поспешить! Времени почти не осталось! Мы должны стартовать! Стой, Амелия! Ты куда? Стой! Айзек, это действительно ты. Я уж и не думала, что мы снова встретимся. Боже мой, мне так жаль. Прости за все, что я сделала. Я не хотела причинять тебе боль. Сделай нас единым. Сделай нас единым. Сделай нас единым. И сколько раз ты уже это смотрел? Скучаешь по ней, да? Не переживай, мы обязательно ее разыщем. Вам двоим многое надо наверстать. Битый сигнал, как я и думала. Похоже, у них проблемы с дешифратором. Стыкуйтесь кораблем, и мы займемся ремонтом. Я, доктор Келус Мерсер, стану проводником нашего рода на пути к спасению. Эти образцы вернутся со мной на Землю, и я распространю их святое величие по всей планете. Дневник капитана. Личная запись. Это мое признание. К тому времени, когда запись обнаружат, все мои действия уже оправдают. Я юнитолог. Сейчас уже ни для кого не секрет, что мы находились в системе нелегально, ведя незаконную разработку для компании. Черт, ты напугал меня. От этого места мурашки. У нас только что влетел гребаный астероид. Слушай, я знаю, Кендра не доверяет мне, но я действительно ничего не знаю ни об обелиске, ни о другой чертовщине. Грави-захваты включены. Начата процедура автоматической стыковки. Сэр, стыковщик, мы сбились с курса, мы врежемся! USG Ишимура, это аварийная бригада USG Келеон. Прибыли на ваш сигнал о помощи. Ишимура, прием. Потерян сигнал от двигателей левого борта. Рации и автопилот накрылись. Потребуется время на ремонт. Выглядит хреново. Корабль сильно поврежден.